Все, товарищи, я осталась без крысы. Это жесть. Легенькие конструкции, которые... Да, это то, что по тропилам закреплено между собой. Ну, будем восстанавливать. Это, ну, таких сильных циклонов у нас еще не было. Было очень страшно. Край поможет. Мы своих не бросаем. Мы, конечно, поможем. И Ванинскому, и Шовгаунскому району, но в первую очередь в социальной сфере. Ну, то есть основная проблема — окна подавила и... Самая большая проблема у нас — точка роста, два кабинета на третьем этаже, которые в этом году сделали. И у нас над ними сорвало шифер с той стороны. Сейчас мы уже вызвали ремонтников, они сказали, что могут исправить, а в спортивный зал будем ждать новое окно. Просто на пене. И можно, конечно, погоду пенять, на что угодно, это результат некачественной работы. Закрутило, край отцепило снизу. Вот они, плиты висят, которые одну плиту подорвало, ее поднялось и вверх, и в сторону сдвинуло. Сегодня нам надо восстановить все, и чтобы люди вернулись к нормальной жизни.